Здравствуйте, коллеги! Хоть в USMLE постепенно и отходят от тестирования нас на знание различных эпонимов, но все-таки они встречаются. И если вы увидите какое-нибудь звучное название болезни или анатомического образования, лучше выпишите его в отдельную колонку, а вдруг пригодится. Да и для расширения кругозора отлично подойдет. И в одном из прошлых видео, как вы помните, я сказал, что сделаю материал на тему различия двух эпонимов – синдрома Фанкони и анемии Фанкони. Так как эти топики очень часто путаются в умах студентов, нужно поставить все точки над «и». Начнем с того, что Гвидо Фанкони – это один из основоположников современной педиатрии. Именно он и дал описание этим двум состояниям у детей. Разберем Хайелд Ассоциации. Синдром Фанкони. Он характеризуется генерализованным дефектом проксимального извитого канальца нефрона. И как мы знаем из физиологии, данный участок обладает очень высокой метаболической активностью, преисполнен транспортерами и потребление АТФ находится на соответствующем уровне. Его дисфункция ведет к чрезмерной экскреции глюкозы, аминокислот, HCO3 и фосфатов в общем, всех веществ, которые реабсорбируются в проксимальном извитом канальце. К чему это приводит? Во-первых, к метаболическому ацидозу. Развивается так называемый тубулярный ацидоз второго типа. Патофизиология такова. Гидрокарбонат не реабсорбируется, и его повышенная экскреция, следовательно, ведет к ацидозу. Но вы можете задать разумный вопрос – Излишние ионы водорода могут удаляться из организма через ставочные альфа-клетки собирательных трубочек. Почему ацидос не компенсируется? Все дело в том, что потеря гидрокарбонатов настолько велика, что данного компенсаторного механизма просто недостаточно. Во-вторых, синдром Фанкони проявляется в виде остеопении и остеомаляции из-за гипофосфатемии. Ситуация крайне похожа на витамин D резистентный рахит, Фосфатов просто-напросто не хватает для нормального построения костной ткани. И витамин D здесь, как вы понимаете, не поможет. И мы подошли к самому хайелт разделу причины синдрома Фанкони. Первое – это ишемия почки. Как я сказал, проксимальный звездой каналец самый метаболически активный. В нем самый большой расход АТФ из-за кучи переносчиков. Поэтому на ишемию он реагирует в самую первую очередь множественная миелома. Неопластическая пролиферация плазматических клеток ведет к гиперпродукции моноклональных иммуноглобулинов и легких цепей иммуноглобулинов. Именно эти цепи и образуют депозиты в канальцах, что ведет к их повреждению. Наследственные заболевания, такие как болезнь фон Гирки, это гликогеноз первого типа из-за накопления гликогена, болезнь Вильсона из-за накопления в меди а обмен меди мы расписали в одном из прошлых видео, обязательно посмотрите. Амилоидоз. Опять-таки, повторяю, что накопление чего бы там ни было излишнего в организме ни к чему хорошему никогда не приводит. В данном случае под раздачу попал проксимальный извитой каналец. Ну и не забываем про нефротоксичные препараты и вещества, такие как изофосфамид, тенофивир, тетрациклин, цисплатин а также свинец и ртуть. Вот по этим металлам у нас тоже есть видео на канале, где подробно расписан патогенез отравлений ими. С синдромом все. А что же насчет анемии Фанкони? Это аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся нарушением репарации ошибок, допущенных либо в синтезе ДНК, либо при их повреждении. Как вы понимаете, синтез новых цепей ДНК в нашем организме происходит постоянно, и количество новообразованных молекул просто огромно. Ошибок не избежать. Поэтому существуют различные механизмы починки этих самых ошибок. Так вот, при анемии Фанкони, один из них, а именно гомологичная рекомбинация, ломается из-за дефекта генов, которые знать на самом деле не обязательно. Это приводит к нормоцитарной или реже макроцитарной анемии апластического характера, угнетаются все ростки гемопоэза, развивается панцитопения. И это неудивительно, кровяные клетки делятся постоянно, и накопление ошибок в их линиях развития ведет к серьезным последствиям. Кстати, у людей с анемией Фанкони повышенный риск развития острой миелоидной лейкемии. А вот симптомами которые позволят вам без ошибок ответить на вопрос кубанков про анемию Фанкони, являются пигментированные пятна на теле по типу кофе с молоком. И очень важно, мальформации пальцев на руках. Когда у детей пальцы растут без правильной организации и может в разных плоскостях. Не путать с полидактилией. Обязательно посмотрите фотографии в интернете. Вот теперь вы точно не запутаетесь в данных синдромах. Этих хайелд фактов с лихвой хватит на решение любых тематических вопросов. Составляйте флеш-карты и не забывайте их повторять. Ну а чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно делитесь данным видео с друзьями. А для записи на наши курсы следуйте по ссылкам в описании. До свидания.